Обманутые дольщики привлекли внимание краевой власти новым перформансом. Напомню, инвесторы приобрели квартиры у компании «Монтажстрой» в жилом комплексе «Нойланд Черемушки». Однако получить свою жилплощадь не могут уже четвертый год. Сегодня активисты преподнесли подарок главе межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства Юрию Лапшину. Таким образом, люди хотели поздравить чиновника с прошедшим накануне Днем строителя. На презенте в строительном мастерке обманутые дольщики оставили свои подписи. Юрия Лапшина на рабочем месте не оказалось. Подарок приняла помощница. Поскольку Юрий Анатольевич возглавляет межведомственную комиссию, мы подарили символический подарок в знак того, что мы хотим видеть действия. Подарок для Юрия Анатольевича от нас приняли, спустилась секретарь и подарок приняла с обещанием, что она его передаст. Напомню, это не первый перформанс дольщиков жилого комплекса «Нойланд Черемушки». Накануне они пришли на праздник, посвященный Дню строителя, в БКЗ. Тогда в здание их не пустили. Инвесторы стояли у входа с мешком для пожертвований и просили у строителей денег на помощь «Монтажстрою», чтобы компания, наконец, достроила обещанные дольщикам квартиры. Возле филармонии обманутым дольщикам удалось пообщаться и с представителями краевой власти.